По поводу IPO спрашивали. Довольно сложный вопрос. То есть я знаю, что многие инвестируют. Если у вас есть готовая инфраструктура, в принципе, продолжайте инвестировать в эти компании. Вот. Понятно, что там еще больше это похоже как на затухающую свечу, то есть локации снижены. Но эту готовую инфраструктуру нужно еще создать. То есть нужно там 3-4 месяца, грубо говоря, оттачивать. Вам нужно создавать портфель, покупать акции там, того же Freedom Finance, чтобы у вас был рейтинг, и вам давали там больше акций компании. И для новичков, наверное, это сейчас не лучшая рекомендация открывать счета. Поэтому, если у вас есть готовая инфраструктура, продолжайте пользоваться, участвуйте. Лично у меня своего счета нету, то есть я участвую через партнера. Вот, если мне нравится компания, я просто даю ему, грубо говоря, кэш, да, и он участвует, покупает. Вот. И, соответственно, есть второй интересный вариант. Если у нас нет инфраструктуры у большинства, то есть Freedom Finance сделал замечательную вещь. Они, собственно, создали компанию «Восток-Запад», да, и сделали такой закрытый паевой инвестиционный фонд. Когда мы обсуждали на вебинаре, он стоил там порядка 1000 рублей, сейчас он там дал доходность порядка 80-90%. Фонд можно зайти, грубо говоря, там от 1000 до 2000 рублей. У фонда будет максимальная аллокация. И на самом деле это очень хороший вариант для тех, кто не хочет, скажем так, пропускать размещение, которое происходит. Там размещаются очень интересные компании. В последнее время даже их можно было с рынка просто впереди торгов поймать по тем же ценам, по которым ребята размещались, и самому регулировать аллокацию. Поэтому фонд первичных размещений сейчас находится у нас в топе. Он торгуется у любого российского брокера, кроме Тинькова. Вот, Тиньков, не знаю, почему ограничивает своих клиентов. Участие идет во всех IPO, которым доступ дает брокер Freedom Finance равными долями, по-моему, по 10% туда заходит. Фиксация позиций происходит сразу после течения локап периода, после 90 дней. Свободные средства инвестируются в ликвидные долларовые облигации, то есть когда есть продолжительный, да, там, продолжительный перерыв, то есть, скорее всего, там средства, по-моему, то ли в сам Freedom Finance они инвестируют, еще куда-то здесь точно не помню, условно там 3-4% в долларах годовых не приносят. Комиссии, собственно, остаются такие же, то есть 3% годовых от стоимости активов, и плата взимается ежемесячно. Самый идеальный вариант – заходить в этот фонд, когда спред между стоимостью чистых активов и ценой на бирже минимален. То есть, условно, стоимость чистых активов там 17 долларов, да, а стоит он там 17,5 или 18. То есть я пока не заметил позиции, когда они были по одной цене. Вот, скорее всего, сейчас там премия к СЧА составляет примерно 10-15%. Это достаточно много. Вот. Скорее всего, нужно учитывать моменты, когда происходит именно фиксация позиций после лукап периода, то есть каждые три месяца, то как минимум 4 раза в год будет хороший вход в это IPO. Фонд в долларах. Вход нужно смотреть, когда стоимость чистых активов, да, компании, которые стоят, условно, вот они все вместе стоят, фонд там 17 долларов, а на бирже торгуются там по там 20 долларов, да, то есть вход так себе, то есть там премия аж сколько там 20% составляет. Поэтому нужно смотреть, заходить на сайт Московской биржи, смотреть вот этот ZPIF и сравнивать стоимость чистых активов с ценой на бирже.